25 марта 2022 года, мы находимся в городе Одессе. Сегодня редакция «Альтернатива.орг» написано заявление об уголовном преступлении по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Значит, я написал заявление начальнику СБУ Одесской области, а также главе Одесской областной военно-гражданской администрации. Мы в своем заявлении, наша редакция излагает все свои соображения насчет секретаря Таирского поселкового совета Орлова Александра Витальевича, который является давним коллаборантом и предателем Украины, который еще в 2014 году яро поддерживал и организовывал здесь Одесскую Народную Республику, что им, но только народный протест не позволил ему это создать. Однако Орлову удается все эти 8 лет дефилировать мимо преследования уголовного, и его уголовное дело только в 2017 году попало в суд Приморский, и с 2017 года 5 лет никак не могут его рассмотреть и вынести приговор. Правоохранительные системы, которые абсолютно беззубо ведет себя по отношению к коллаборантам и предателям Украины, которые здесь собирались организовать еще вот эти все заварушки еще 8 лет назад, позволяет Орлову на сегодняшний день занимать пост секретаря Таирского поселкового совета, а также практически полностью руководить громадой, потому что Тимур Хасаев полностью отдал ему свою власть в руки и ничем не руководит и ничем занимается. Все вещи согласовываются только с Орловым, и Орлов все делает. Значит, в связи с тем, что наша редакция ведет активную позицию в освещении деятельности этого коллаборанта, Орлов дает, как по нашему мнению, приказы для того, чтобы нас даже не пускать в Таирский поселковый совет. И мы уже освещали о том, что 17 марта на нас было совершено нападение, которое организовал заместитель поселкового головы Баранов, который с недавних пор, осознав, что ему грозит какое-то наказание, вдруг через 3 или 4 дня после нашего конфликтной ситуации решил лечь в больницу и всем сообщает о том, что его избили журналисты. На самом деле Барланова никто не избивал, а напали именно на нас, его тетушки, которых он привез, фирмы Defense, которая занимается незаконными действиями. Помимо работы, они еще, используя свою форму и то, что у них есть оружие, ходят, прессуют людей, что было сделано и против нас. Также сейчас, насколько мне определенный информатор из Таирского поселкового совета мне скинул на телефон о том, что сейчас в Таирском поселковом совете готовится обращение, о том, что мы подрываем местную власть, наша редакция, не даем им работать, и они готовят обращение на имя СБУ и начальника полиции, считая, что мы такие нашими действиями направлены на подрыв действия Таирского поселкового совета. На самом деле мы заявляем о том, что мы всегда препятствовали и будем препятствовать всем коллаборантам действовать против нас, действовать против государства Украины. Поэтому мы занесли сегодня это заявление. Также к этому заявлению было приложено посвящение, которое Таирский селищный голова незаконно подписывал и раздавал всем своим вооруженным людям, создав так называемую Таировскую территориальную оборону, что является абсолютно незаконным, тем более в военном времени. Надеемся, что наши власти примут правильное решение и наконец-то уже обратят внимание на коллаборанта, которого полностью поддерживает, к сожалению, полностью поддерживает пропрезидентская фракция. Сегодня президент Зеленский, верховный наш главнокомандующий, возле него нет ни одного ОПЗЖшника. А в Таирской громаде вся зеленая, вся партия «Слуга народа» полностью легли под ОПЗЖ и выполняют все их распоряжения. Надеемся, что наше заявление наконец-то уже будет должное реагирование, и этих людей начнут притягивать к ответу. Роман Варшинидзе, «Альтернатива.орг».